Мої вітання усім глядачам телеканалу «Херсон Плюс». Незважаючи на передноворічний святковий настрій і відповідну атрибутику вже у нашій студії, говорити ми сьогодні будемо на тему, яка залишається актуальною вже не один місяць. Це конфлікт між владою та людьми, яких лишили соціальних пільг. Я із задоволенням хочу представити гостя нашої студії. Це людина, яку знають не лише у місті Херсоні. Юрій Бочковський, голова Херсонського міського об'єднання ветеранських організацій «Союз Патріот», заступник голови громадської ради при облдержадміністрації. Я вітаю вас в нашій студії. Здравствуйте. Знаю, що ви були безпосереднім свідком тих мітингів, протестів, які відбуваються і досі і в Києві, і в Донецьку, ну, в принципі, у всіх обласних містах України. Як налаштовані люди, яка атмосфера? Если говорить о настрое людей, то давайте говорить откровенно, я же не выдумываю ничего. Если в родном городе, где практически 100% голосов партии регионов победила, то ну как я могу сказать по-другому, если я видел совершенно обратное. Люди сейчас говорят, что это их самая страшная ошибка. И причем говорится это в открытую, прямо на улице, в микрофоны. И говорится о том, что донечане говорят, простите нас за этот выбор, и теперь уже называют партию регионов, что они ее предали. Они предали донецких жителей. Вот как, в общем-то, была вот такая вот атмосфера. Было очень много людей, причем людей из совершенно разных организаций, начиная от молодежных и кончая вот такими вот инвалидными ветеранскими организациями. И у всех цель была одна – это выразить дичайшее негодование по поводу того, что пролилась все-таки первая кровь. Как бы там ни было, что бы ни говорили, но это была действительно первая кровь, пролитая непосредственно на месте проведения акции протеста. Человек, пенсионер, человек-труженик, человек, который всю жизнь просидел под землей, будучи шахтером, он пришел к чернобыльцам и сказал, я готов вам помогать безвозмездно. Если надо, я могу порубить дрова, я могу костер разжечь, я могу приготовить поесть. Я очень болею за ваши проблемы. Я просто хочу вам помогать. Вы были в Донецку саме під час цього трауру, так? Так, да. Именно было, это было буквально на следующий день после того, как это произошло. Я видел само место, я видел тот вот негодующий коллектив людей, которые там были, причем это, я же говорил, что это были совершенно разные общественные организации, и было страшно смотреть на людей, которые говорили, что мы будем стоять до конца, потому что нельзя нам теперь уже даже память об этом человеке, нам нельзя ее оскорблять. У нас для цього є відповідне відео, я думаю, зараз наші глядачі його зможуть переглянути, а ви зможете прокоментувати, що може побачити, які запитання ви ставили правоохоронним органам? Значит, это уже было несколько позже, потому что после митинга, который произошел непосредственно на этом месте, да, вот возле пенсионного фонда в Донецке, после этого афганцы, чернобыльцы, дети войны, молодежь, спортсмены, вот все взяли, подняли гроб и пошли, представьте себе, примерно вот улица Ушакова, только одностороннее движение. И вот все это перекрыто было, и против шерсти эти люди в количестве до 1000 человек пронесли этот гроб через весь, скажем, через, ну, чтобы не соврать, это километра 3-4, они пронесли его по городу, для того, чтобы поднести городской администрации и вручить этот гроб, значит, поставить его перед администрацией как укор, как показатель, как свое отношение показать к тому, что происходит сейчас в Донецке. И вы знаете, я подходил к работникам милиции, действительно это было так, которые стояли на страже захода в городскую администрацию. Я задал им вопрос, да, он есть на видео, который я задал, от кого же вы, кого и от кого вы защищаете? Вы защищаете власть от своих же избирателей или вы же защищать должны людей от беспредела власти? Понятное дело, я видел
просто, вот, знаете, как в народе говорят, отмороженные лица, ни малейшего ответа. Единственное, что начальник их сказал, не провоцируйте работника милиции. На что я сказал, конечно же, я не провоцирую, я просто задаю вопрос обыкновенный человеческий, который не попадает под разряд провокационных. Люди все ж сподівалися на компроміс, сподівалися, що влада піде на зустріч. Сьогодні, ну, звичайно, це відчай. Я вам больше того скажу. Власть, как всегда, обманула и ветеранов Афганистана, и ветеранов Чернобыльской аварии. Почему? Потому что, подкупив, скажем так, вот собой, подкупив определенную часть афганцев, определенную часть чернобыльцев в виде их лидеров всеукраинских, они подписали меморандум, который сейчас дает право власти в ручном режиме раздавать льготы. То есть сегодня хочу – дам, завтра хочу – не дам. Это идет, вот чтобы вы понимали, что произошло. Был закон о социальных гарантиях ветеранов войны, гарантиях. Теперь этого слова нет. Есть меморандум о намерениях. Что такое намерение сегодня? Есть, завтра нет. Составлены на 5 лет, и меморандум – это не правоостанавливающий документ. Это документ, который только дает право намереваться что-то сделать. И вот эти все подписания меморандумов, я вам честно скажу, они не дадут своего результата. Если есть закон, зачем его переписывать? Зачем что-то менять? Вы выполняете условия закона, ведь пострадали чернобыльцы, это за что? Вот вдумайтесь, что они просили? Они просили одного – выполнение властью судебного решения. То есть они должны гарантировать выполнение судебных решений, как власть, а люди просят у них «выполните вы», на что, конечно же, я считаю, самым кощунственным образом отзывается вице-премьер-министр Тегибко. Я могу сказать одно. У этих людей, у этой власти нет будущего. Что бы нам ни вбивали сейчас в голову, через силу, через работников милиции, через законы, люди-то не дураки, люди все видят, люди все понимают. Все, что у них вот здесь в сердцах и в голове, выбить невозможно. Ваше ставлення до оголошення голодовки от чорнобильцями і під стінами Верховної Ради Києва, і в Донецьку. Як я можу ще? Я просто вважаю цих людей високо преданными своим идеям. И самое главное, ведь они борются за свое социальное. У них ничего, уже не остается просто других ничего. Вы, если слышали вчера по телевизору, один из голодающих сказал, что остается последний шаг, это самосожжение, что не считается по канонам церковным, не считается самоубийством. Самосожжение во имя идеи – это акт последний, который человек может выкрикнуть, выбросить из себя. Но вы вообще представляете, если до этого дойдет? Я честно говорю, я не знаю, что после этого будет. Первая кровь пролилась, что будет потом? Ведь сейчас ветераны афганской войны и чернобыльцы, дети войны, вот сейчас настолько сплотились, и никто не может дать гарантию, где и на чем кончится та черта, после которой пойдет, начнется ужасное. Начнется что-то страшное. Люди готовы до радикальных действий. Они готовы уже к радикальным, потому что уже нет терпения. Но плохо одно. Приходит ко мне сейчас, значит, приходит письмо о том, что поддержите николаевских фермеров, потому что земельный закон, который вот сейчас будируется в сознании людей, предусматривает продажу земли, и люди останутся без земли. Я категорически людям говорю, какой бы закон ни вышел, не продавайте свои участки, не продавайте свои наделы, потому что продав это за 300 гривен, за 300 евро, вы лишитесь навсегда своей собственной земли. И поддержите фермеров. Ну хорошо, а ведь начинать-то надо было еще с того момента, когда только первый раз пошел налоговый кодекс меняться. Вот тогда, когда был, скажем, очень большой подъем, когда вышли предприниматели, учителя, врачи, таксисты, перевозчики, вот тогда надо было всем вместе подниматься. Сейчас власть очень четко дробит. Сначала одно проглотили, наказали кого-то, кого-то посадили, где-то кого-то поругали. Второе пошло у нас, это были афганцы и чернобыльцы, да, такое вот массивное. После этого вроде как уже, видите, в народном сознании вроде как утихает все. Сейчас идет земельный кодекс, люди, сплотитесь, иначе вы лишитесь в этой стране всего. Вы сегодня пришли не с порожними руками, у нас лежат в студии, как вы сказали, исторические документы.
на яких ви хотіли б закцентувати увагу? Значить, я принес сюди три документа. Я сейчас о них расскажу. Почему? Потому что они действительно являются историческими. Просто за все время того, что Украина свободна, ни одного подобного документа еще не писалось. И как бы это ни смешно выглядело, говорят, что, прочитав это, депутаты областного совета смеялись. Это ваше право, смеетесь, наоборот, это хорошо. Но ведь мы же будем требовать от вас письменного и обоснованного ответа. И вот когда вы дадите эти ответы, будет следующий наш шаг. Ведь мы же не выходим за рамки законодательства. Давайте я вам сейчас просто в двух словах скажу саму суть. 3 ноября возле областной государственной администрации был митинг представителей многих ветеранских организаций, инвалидных ветеранских организаций города Херсона, где стояли два вопроса наболевших. Это первый вопрос. Высказывание недоверия и требования о самороспуске Верховной Рады через депутатов областного совета, то есть через рупор, который в свое время выбирали жители Херсона и Херсонской области. Зарегистрировано, все есть, приняли, прошел месяц, и на 7 декабря мы обратились со вторым письмом. Почему? Да потому что на всех собраниях, которые проходили после этого, люди задают нам один и тот же вопрос. А как же так? Вот мы же тогда, вот а что? На чем мы это? Мне люди задают, мне некуда уже деваться. И я, выполняя свой гражданский долг перед представителями этих общественных организаций, которые мне поверили, мы бежим второе письмо. И заметьте, здесь коллегиальное обращение. Здесь нет одного обращения от Юрия Олеговича. Поэтому смеяться над коллективом людей не стоит, а стоит задуматься и принимать правильное решение. Где очень четко сказано, что в случае, если нам не дадут ответ, почему не был внесен этот вопрос на ближайшую сессию облсовета, и если это не было выполнено наши просьбы по передаче требований о самороспуске, наше право считать этот областной совет нелегитимным. И это право наше, это право ваших выборцев. Ведь придет время, и мы обязательно перед выборами в 2012 году зададим вам этот вопрос. Ну и, соответственно, то есть, скажем так, я докладываю херсонцам о том, что тема эта не закрыта, тема эта остается актуальной и наболевшей. Ну и, конечно же, вот этот документ, который не позволил себе ни одна область привести в Донецк и официально зарегистрировать в мэрии и в государственной администрации. Я тут зачитаю. Председателю Донецкой областной государственной администрации, Донецкому городскому голове, представители общественных организаций Херсонщины с глубоким возмущением категорически осуждают фашистские указания, данные вами, на уничтожение палаточного городка, в котором находились люди, потерявшие свое здоровье при защите всего мира от чернобыльской катастрофы. Самое страшное, что этот нечеловеческий приказ дали вы, те, кто обязан гарантировать исполнение конституционных прав граждан Украины. Вы понимаете, какая здесь антилогика? Коноплеву Геннадию Ивановичу было всего лишь 69 лет, и погиб он на боевом посту, требуя выполнения вами решения суда. Вы перешли ту черту, после которой пропасть. Вы и ваши хозяева несете полную ответственность за то, что случилось на героической Донецкой земле. Я показываю живые печати, живые подписи представителей общественных организаций Херсонщины. Я считаю своим долгом отреагировать на такое страшное, нечеловеческое, действительно, то, что произошло на Донецкой земле. И мы считаем, что если власть не поймет, что она перешла эту черту, если она не охватит полную катастрофу, которая может после этого произойти, это будет очень страшно, поверьте мне. Думайте о своих детях и о своих близких. Ведь смотрите, что делает власть. Власть сейчас создает все условия для того, чтобы ваши дети не шли ни в армию, ни в предпринимательство, но за то, чтобы они шли куда? В силовые структуры. Там больше платят, и там дают социальный пакет. Молодой человек думает, а что мне напрягаться, силы есть, да, все, да пойду. И вот с такими людьми мне пришлось встретиться 20 сентября в Киеве.
Вместе со своими ребятами-десантниками мы держали второе кольцо обороны, мы не подпустили представителей «Беркута» к чернобыльским, ну, людям, которые представляли чернобыльские организации. Когда афганцы в первой шеренге были там уже в Верховной Раде, мы были во втором кольце оцепления. И знаете что? Когда подошли эти молодые парни, которым всего лишь по 18 лет, подошли к нам и увидели сомкнутые ряды десантников в форме, и когда я откровенно им сказал: парни, подумайте, перед вами ваши отцы, ваши старшие братья. И если первая поднятая палка только засвистит, остановиться будет уже невозможно. И вы знаете, вот командир «Беркута», с которым я разговаривал и общался, я благодарен ему за то, что он мне сказал такие слова: я уже знаю, что не работаю, но я увожу своих ребят отсюда. Развернул их, и есть у нас видео, доказательство того, что это подразделение в красных беретах, значит, повернулось и пошло назад. Они понимали же, прекрасно понимали, что перед ними стоят физически сильные, настроенные на крайность люди. И молодые ребята испугались. Вы никогда не бойтесь врагов, тех, которые будут угрожать Украине. С честью несите свою службу, с честью несите достоинство офицеров и военнослужащих Министерства внутренних дел и обороны. Но никогда, заклинаю вас, не поднимайте руку на своих сограждан, потому что сегодня вы ударите чьего-то отца, чьего-то брата, завтра, поверьте, вам вернется этот бумеранг к вашим родителям. Більш докладніше розкажіть про створення Народної Ради. Значит, Народна Рада сейчас, в данный момент, опять же, что бы кто ни говорил, но реально она была создана 5 октября 2011 года на первом съезде, когда по инициативе все украинской организации ветеранов войны в Афганистане и ветеранов ВДВ «Никто, кроме нас», был проведен первый учредительный съезд. И вот на этом съезде были как раз люди, которые 3 числа выбрали в каждой области. 3 человека представляли каждую область. И когда мы приехали туда, в Киев, стал вопрос о координационном совете в этой громадской раде. В Народной Раде, я извиняюсь. В Народной Раде. Я был нашими представителями предложен туда по одному человеку в этот координационный совет Народной Рады. И от Херсона, ну, честно говорю, я польщен, я счастлив, что мне было оказано такое высокое доверие. Я знаю одно, что если я буду работать в этом, значит, в этой Народной Раде, я никогда не подведу ваших ожиданий, я никогда не обману ваших чаяний. Я за что не берусь, я всегда выполняю настолько тщательно, что даже трудно об этом сейчас и говорить. Народная Рада была создана как в альтернативу Верховной Раде. Почему? Потому что люди уже поняли, что политики – это не те люди, которые в состоянии решать что-то в этой стране. Вот ваше ставлення до того, что до митингующих зараз приєднуються політичні партії. Я могу вам только сказать одно, но вы же прекрасно понимаете. Вот смотрите, да, когда-то я сказал 10 лет назад, что будущее за общественными организациями. Я же вот хотел сказать, так вот Народная Рада – это как раз есть альтернатива политикам от общественности. То есть это самое непосредственный плебисцит. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть это лидеры общественных организаций, которые заслужили доверие, которым мы же, нас же выбирали не за деньги, и не за килограмм гречки, и не за кусок колбасы. Если нас выбирал народ быть представителями, то это же было честно. И теперь мы с вами говорим о том, что мы выходим, мы выставляем требования общечеловеческие, в основном социального характера, а политики, придя, у них есть флаги, подходят и становятся, прекрасно понимая, что в момент проведения митинга ни один нормальный человек не позволит себе подойти и сказать: пошел вон. Мы же не можем этого сделать, ведь мы же граждане Украины, но они манипулируют человеческим сознанием, они видят, что они не пользуются абсолютно никаким авторитетом у людей, поэтому, когда выходят общественные организации и общественные лидеры для того, чтобы высказать общечеловеческое, общегражданское мнение, а не тут как тут. Вы знаете, я скажу, это не самое страшное. Пускай приходят. Самое главное, чтобы они нам не мешали.
Дуже б хотілося все ж закінчити нашу розмову на позитивній ноті. Тим більше, що ми з вами зараз наближаємося до нового року. У нас в цій студії є відповідна атрибутика. Ваші побажання усім херсонцям. Ну, давайте, знаете, я всегда нетрадиционно, да, привык поздравлять. Вот я вам скажу, вы говорите на позитивной ноте, да? Значит, позитив один, вакханалия рано или поздно закончится. Не может вечно быть вакханалия, она не может просто быть. Все равно добро рано или поздно победит, все равно мы с вами, я так думаю, что будем честно смотреть в глаза друг другу, понимая, что мы и сердцами, и умами вместе с вами. Я искренне желаю вам, вашим детям, вашим семьям, вашим друзьям, вашим кумовьям, бабушкам, дедушкам настоящего человеческого счастья, хотя бы кусочек того, чтобы мы хоть немножко пожили нормально, не чувствуя себя рабами. Я хочу вам подякувати, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Нашим гостям хочу нагадати, що сьогодні у нас в гостях був Юрій Бичковський, голова Херсонського міського об'єднання ветеранських організацій «Союз Патріот», заступник голови громадської ради при облдержадміністрації. Залишайтеся з нами і надалі.